11 лет как одно мгновение, с разными оценками в аттестате и разными планами на жизнь. Кто-то с песней, а кто-то и со слезами на глазах. Почти 3000 ульяновских выпускников в минувшие выходные навсегда попрощались со школы. Мы учились по такому принципу: терпение и труд, все перетрут. Поэтому сейчас мы, конечно, волнуемся выходить во взрослую жизнь, но нам это все интересно и увлекательно. Самые яркие аккорды долгожданного праздника в этом году прозвучали под открытым небом. Перед началом торжественной церемонии в каждом школьном дворе провели генеральную уборку и дезинфекцию. Выпускной будет проходить во внутреннем дворике. Аттестаты будут вручаться ребятам там же. Больше ни в какие кафе никуда пока не собираемся. Решили провести вот так в связи с пандемией. Но главное – школьное дефиле, танцы и сотни фотографий на память. Все, как полагается, было. О первых двойках в такой вечер вспоминать не принято. Уже по традиции говорят только об успехах в нелегком учебном труде. У нас из 3000 выпускников более 1000 высокобальников. То есть это выпускники, которые имеют от 90 до 100 баллов. И кроме этого, конечно, кандидаты на медали за успехи в обучении. У нас их на сегодняшний день 323. И кроме этого, конечно, у нас есть 100. Бальники, их 13 человек, и выпускница 11-го лицея набрала 200 баллов. И эти результаты, конечно, радуют.